В Музее истории и культуры поселка Малаховка состоялся творческий вечер художника Светланы Субботиной. Встреча прошла в рамках открытия ее персональной выставки, на которой кроме картин начинающего автора представлены флористические композиции. Подробности в материале моих коллег. Выставка работ небольшая, но в полной мере создает весеннее настроение. На сегодняшний день это вся коллекция живописи Светланы Субботиной. Творческий путь в этом направлении она начала совсем недавно, в 2020-м. А букеты и цветочные композиции создает уже шестой год. Мастерство художника и флориста тесно переплетается с ее благотворительной деятельностью. Благотворительный проект называется «Лучик добра». В рамках этого проекта я занимаюсь с детьми, пациентами лечебных учреждений, занимаюсь онкобольными, а также с 2022 года я открыла проект «Семена жителям освобожденных территорий», в рамках которого мы собираем семена, а также будет посажена липовая аллея в городах-участниках этого проекта. В программе творческого вечера, кроме рассказов автора о своих проектах и задумках, чтение стихов собственного сочинения. Приятным дополнением стало выступление воспитанников детской школы искусств имени Ковлера. Персональную выставку Светланы Субботиной можно посетить в Малаховском музее до 30 апреля. Далее она будет представлена в Люберецком краеведческом музее. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.